Театральные показы становятся традицией. В актовом зале администрации Одинцовского округа прошел уже второй бесплатный спектакль. На этот раз гости увидели эксклюзивный мюзикл «Граф Рязанов». Главную роль исполнил актер Владимир Нефедов. Спектакль вообще сделан по историческим событиям. То есть там историческая правда, немножко измененный спектакль. Этот спектакль не пересекается с спектаклем, который называется «Юнон и Авось» в Линком, который идет. Там музыка совершенно другая, вот, текст немножко похож, но в принципе все спектакль сам другой по себе. Спектакль представила группа молодых артистов из разных театров Москвы под руководством известного режиссера Марины Подолян. Лестных отзывов о талантливых актерах и о самом мюзикле в зале звучало немало. Судя по количеству зрителей, Одинцовской публике проект бесплатных театральных показов пришелся по душе. Среди гостей было немало членов клуба «Активное долголетие». В этот раз наблюдаем еще более активно приход, ажиотаж, и также мы по рекомендации наших членов клуба немножко пораньше поставили время начала спектакля для того, чтобы все могли и принять участие, и дальше заняться после этого спектакля своими домашними делами. Серия театральных показов продолжится. Следующий бесплатный спектакль жители округа смогут увидеть уже в марте. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».